Всем страстно бонжур, в эфире 35-й, ну, очередной юбилейный выпуск нашей рубрики Best Replay, сайт goodgame.ru. Баньвур и Аспирант приветствуют вас на YouTube, да и вообще везде по всей планете Земля. Перед тем, как мы приступим к обзору игр, традиционная наша благодарность тем, кто поддержал выход этого выпуска, а именно Василий сотку перевел, сообщает: спасибо вам большое. Спустя почти 10 лет, как играл в ВК3 последний раз, с ностальгией на одном дыхании просмотрел все выпуски. Бонич, тебе отдельная благодарность. Мы рады, что вернули тебя из небытия снова в лоно этой великой игры. А КАС 4 семерочки, 162 рубля и промолчал. Дмитрий, 100 рублей, подениц. Какие-то имперские амбиции Дмитрий явно нам здесь пытается продемонстрировать. Михаил 1000 рублей перевел. Вот этот царский подгон. Михаил передает привет из города Аксая. Он еще и мой земляк. Ну что, вдвойне приятно. Привет Аксаю огромный. Очень рад, что на родной земле тоже смотрят мои скромные ролики. Димыч, 35 рублей. Ну, сегодня не так много донатеров, поэтому всех перечитаю, перечислю. Димыч, 35 рублей перевел. Братишка, я вам донатик принес. Спасибо. Не будем отвечать словами персонажа из этого ролика Димычу. Николай Сатаев, 34 рубля, тоже принес донатика покушать. Спасибо, вкусно, ням-ням. Друзья, огромная благодарность всем, кто жертвует в наш фонд поддержки рубрики. Благодаря вам, именно благодаря вам, ролики выходят в два раза чаще. Ну, а теперь мы приступим непосредственно к играм. Сегодняшний выпуск будет состоять из трех коротких новелл, каждая из которых по-своему прекрасна. Давайте приступать к просмотру. И первая игра — противостояние Муна против Хэппи на карте Turtle Rock. Афишный такой матч. Король, император андедов. Да что там андедов? Вообще все Варкрафта. Хэппи против старого гегемона, уже отжившего, пожившего и легендарного луналикого игрока, которого именуют пятая раса. Карта Turtle Rock, и у нас, соответственно, кросс-респы. Расположение обязывает побороться за единственный источник сапог в ближайшем доступе. Это магазин, вообще вокруг него, я думаю, развернулся ключевые события в этом противостоянии, поскольку не только сапогами, но и виженом, который даст стратегическое преимущество на карте, славен этот чекпоинт. Мун развивается стандартно, а овчик возле черепах. У Хэппи вроде тоже ничего необычного. Фаз ДК, соответственно, и поздние финды. Что нам говорит о том, что Хэппи собирается харасить, бросать кайлами или, может быть, подауры, да, там демон хантер, ДК, ДХ. В общем, много разных существ на букву Д у нас скопится на карте. ДК побежит на харас, саурой с гулями, пинать шары эльфу, точнее, по шарам, наверное, даже будет более точно сказать. Ну а эльф будет, да, всячески отбиваться, крепить зеленую точку. В общем, игроки прекрасно знают карту. Они, я думаю, ориентируются в этой карте лучше, чем у себя дома. И где-нибудь в Патме Хэппи точно пару раз бился лбом о косяк. А вот на этой карте он с закрытыми глазами расставит все маршруты крипинга, раскидает всех калитов, сделать правильную разведку и так далее. Потому что чертову ему лет существует Turtle Rock, и, естественно, уже все на уровне рефлексов и мышечной памяти у игроков отточено. Опа, легендарная встреча. Кстати, ну, ДХ немножко подкрепил себе экспириенса. ДК бежит проверять оранжевую точку. Может быть, там наглый эльф устроил себе первую точку, первое место для аннигиляции мобов. Но нет, все стандартно. Кстати, очень повезло с дропом демон хантеру. Димка становится ловчее, сильнее, бронированнее и бьет больнее. Что, в общем,
не очень хорошо сказывается на настроении мертвого мужика, барона Перинольда. Ну, Перинольд, я уже когда-то в незапамятные времена в бой. аудиокомментариев на проплей шутил, что Перинольд — это какое-то название медицинского препарата. Вот вопрос, от чего он помогает. Задаю вопрос вам, дорогие зрители, от чего помогает Перинольд? И есть ли у него какие-то противопоказания? Перинольд тем временем едва не зарубил Виспа, но животворный колодец смог. Висп хлебнул, я не знаю чем, правда, он просто макнул свое пузико в колодец, отхилился на фулл хп и счастливый полетел добывать лес. Ну вот эта беготня и возня на ранних левелах всегда характерна для этого матчапа на контактных картах. Я думаю, совсем скоро Хэппи, несолоно хлебавши, отправится крипиться, потому что ДК нужен опыт. Неопытный ДК в горе вандетской семье. Неопытный ДК горе в кружке эзотерики и оккультизма. О, ДХ еще и сапогами разжился, вторым видом сапог. Ну и что, что на разных ногах разные сапоги? Ничего страшного. Ну и что, что оба правых? Это не имеет значения. Главное, что теперь ножки ДК, ножки Демон Хантера будут всегда ухоженными, мягкими, без мозолей. Войска вступили в бой. А вы знаете, мы живем в век здоровья, в век жеманных мужчин, которые заботятся о себе, делают маникюр, педикюр, стригут бороды околышком. Ой, здесь такая экспа жирная бегает, но у ДК, наверное, нет просветки, зато у него есть инвиз, едва сейчас рыцарь смерти не попадает. Вот, теперь уже попадает, и это проблема. Да, арчи в инвизе, это ГГ просто, вы понимаете, что... Ё-моё, ну ТП надо жать. Ну а что делать, сейчас Демон Хантер в лицо разберет еще несколько точек. Может быть, рюкзак как-то изучить? Ну, конечно, поймали. Хэппи начал грейд на тир 2. А, на тир 3, конечно, уже тайминг его делать. Но что делать рыцарю? Нага. У эльфа есть возможность некоторое время покрипиться. Точно понимая, что ДК находится в невидимой ловушке. Словили все-таки в капкан, тут финды разбегаются, а этого принимают точно. Куда бежал финт, вообще непонятно. Не доконтролил императоров. Отлично подблочивает еще мун. Ну что, это печаль, беда, потому что еще ровно половину суток до утра, половину ночи до утра нужно терпеть в засаде ДК. И мун получает огромнейшее преимущество. А Хэппи жадное, вы понимаете, его душит жаба нажать телепорт. Я уверен, эта жаба находится где-то в районе озерца этой карты. Вот она прискакала вот отсюда, вот из этой полуречки, полу я не знаю чего, что это. Это, судя по всему, на этой карте просто прорвало дренаж, потому что это и рекой не назвать слишком мелко, и озером не назвать слишком оно неправильной формы. О, ну не знаю, я бы на месте Муна этого не делал. Серьезно, ты можешь спокойненько качаться, пока этот вообще сидит без экспириенса еще полночи. Я понимаю, что в конце нужно было в любом случае прийти и разводить на ТП, но, видимо, Мун поспешил. У него было время еще попробовать в два героя закрепить точку. Правда, Демон Хантер битый немножечко. Но рискнуть стоило. Так, сейчас развернется борьба за синего бамбра. Это важный момент. Или, может быть, Кайлом в ДК кинем. Мун нормально продамажил уже ДК. Оба героя главных биты, в щи просто лич подходит, там Нова одна и минус Демон Хантер будет, Нова! Телепорт, реагируем и ДК отводим от стрелы Наги, еще один выстрел, пожалуйста, добеги, селедка, нет, не добежала. Ну, превосходный, роскошнейший контроль демонстрируют оба участника. Но я напоминаю, что новеллы короткие, поэтому сейчас как-то все закончится, видимо, кровожадно и свирепо. И трагично, безусловно, для одного из героев этой игры. Может быть, дисконнект будет. Пока вот так по рисунку не скажешь, что игра может быстро закончиться. Да, немножечко выше по экспириенсу Demon Hunter. Да, он поопытнее будет мужчина теперь. Знает, как обхаживать андетских финдов лучше, чем ДК, который не может справиться ни с арчами, ни с дрядами пока. Но! Это ведь временный фактор.
Все это не имеет значения, потому что это Хэппи, он может вытаскивать. Да и не преимущество это вовсе. Разбежались обе стороны на крипинг. Вот Мун сейчас может быстренько, получив третьего Демон Хантера, попытаться как-то пропушить. Я не знаю, там таймингово, наверное, Грет тушит на тир 3. Все-таки не будет он так дерзко пушить с дриадами. Думаю, что не такое большое преимущество у него было, чтобы на такие отчаянные шаги. Вот он решает закрепить преимущество экспандом. Сам же выходит в тир 3. Здесь лич с арбой и принимают хапача. Фокус по демону, арча там уже, да, все, сейчас готовится у императора в тайминг выйти. Единственное, что, конечно, героя по левелу не дотягивает, ну а так экономических проблем-то не было, поэтому сейчас, ой, Койл Нова, мун, левелапчик, форкит, господи, реджуф, и нет дестройеров у Хэппи, и Демон Хантер бросается в погоню за ДК, у ДК нет, по-моему, телепорта, но потратил, убежав в прошлый раз. И вот здесь, по-моему, для Хэппи все заканчивается. Очень тайминговый медведь прибежал, что уж тут сказать. А у Хэппи не было грейда еще на дестройера. Мы сейчас увидели, как решает в Варкрафте тайминговая атака. Точнее, тайминговый подзаказ юнитов. Этот реджув определил вообще исход всего боя. За Даркой гонится. Он тут, наверное, магазин. Она выживает на 15 хп. Слава богу, мана ее спасла. Выкупили ДК из таверны, это значит, что будет чуть позже еще дестройер. Непонятно, на каком вообще этапе у Хэппи грейд на дестройеров. Там инвул есть у Демон Хантера, Димка поэтому такой борзый. Пришел в чужой район и быкует, понимаете, вовсю. С ребятами не из своего двора. Но сейчас будет ловить инвулом Койл. Ну, Койл бросать-то надо. Не стал. Еще один реджувчик. Пока дестройеров нет, реджуф это полная имбалансная штука. О, дестройер, инвул, поехали, и снова ДК, да каким-то отхиливается чудесным образом, но падает до дарка и стреляет, догонит. Ну что, великолепная игра от Муна, два раза он разводил Хэппи на ласт хп. И инвул снова зарешал, в общем, первая такая короткая... Короткая у нас постановка, премьера нашей рубрики. Не знаю, что это такое было. Драма, трагедия. В общем, это был какой-то мини-спектакль. И мы переходим к мини-спектаклю номер 2. Вторая миниатюра также происходит на карте Turtle Rock. И столкнулся эльф под ником Fairy Tail против ТХО. Известного как TH3.0. Не далее, как в прошлом выпуске он нам донатил и попросил одну из его игр рассмотреть. Вот исполняем с удовольствием просьбу нашего китайского товарища. Итак, сказочный эльф против совсем реалистичного, прагматичного, я бы сказал, холодного и расчетливого хумана. Но это ближние респауны. Я прогнозирую, практически могу экстраполировать, что именно из-за этого игра не продлится долго, а то, что она не продлится долго, это понятно теперь каждому, я думаю, ближние респауны, Human Elf, что еще нужно для застройки. Вот она пошла, разведочка, это еще позднюю разведку ТХО сделал, если бы побежал фаст разведкой, там по хуманскому билду можно сразу же отправлять одного на разведку, то мог бы вообще застроить тремя вышками без бараков, без алтаря. Ну, наверное, вот я не знаю, Fairy Tail умеет или нет от такого отбиваться. Отлично агрим мобов на дерево. Прекрасно, великолепно. Контроль. Все на уровне. И герой еще не вышел, а у эльфа уже проблемы. Виз приходит немножко починить, но дубока прокинули уже наполовину хп, поотрубали ему все сучья. А этот неугомонный пизант еще и ферму влепил. Очень грамотно действует ТХО, поскольку, ну, во-первых, он ее достроит. Во-вторых, у Демон Хантера другие будут головные боли, как прокрепить точку, а ферму ты... А хотя вот арча застрелит. Нет. Вот слабое место у разведчика Браво, разведчика Швейга. Это, конечно, здоровье подкачало. Пал он первой жертвой на поле боя, но... Опыт за него никто не получил. Но это был безымянный подвиг Матросова.
Архимаг сразу же отправляется крепить оранжевую. Висп это все, заметьте, обнаруживает, раскрывает, передает информацию в штаб. Какое решение примут в штабе? ДХ принимает решение сначала получить согласование у черепах и потом только отправиться на свидание с Архимагом. Обоих, по-моему, добил Хуман. Это тоже он взял ТХО. И ДХ сначала ему черепахи навтыкали, сейчас еще полицейские чуть в автозад не засунули. В общем, сходил, называется, на харас человек. Войска вступили в бой. Сказано, что слепой. Но он притворился слепым в конце и похромал куда-то в район магазина. А вот, теперь умный уже. Черепаха обходит пятой дорогой. Так. Очень быстро будет второй левел у Архимага. И что, кстати, выпало волшебнику? Во-первых, второй левел, во-вторых, перчатки скорости и... Ну, кстати, инвиз очень интересный девайс для того, чтобы, например, начать застраивать, потому что можно по КД вызывать элемов, тут же уходить в, и, соответственно, невидимость. И таким образом, хотя там на элемов-то и мана нет, в этом проблема. А теперь вообще нет маны, все, элемов не будет. Но ТХО вообще это не смущает. Он принимает решение, да, застройка, выходит караван. Караван таджиков, гастарбайтеров уже отправляется, уже им подтвердили контракты, подписали все. Резолюция, протокол, директива. Можно окружить. Давай. А зачем окружать? Можно так просто поразмениваться. Очень много полицейских здесь. И Демон Хантер не знает, что делать. Его заблочили отовсюду. Он жмет ТП к последнему колодцу. Ой, как много здесь ху... Ой, куда ж ты нажал ТП? Ну ладно, успел. Успел подхилиться. И вот здесь он будет сейчас отбивать. Здесь будет его могила, мне кажется. Он, правда, конечно, за собой в эту могилу утянет пару футменов за шлем. Главное, не ослушаться здесь, да? Не ослышаться. Но вот здесь, конечно, его окончательно примут. А вот пригодился, кстати говоря, инвиз. Прекрасно, превосходно действует ТХО. Но если вы думаете, что сказочный эльф будет сдаваться, вы ошибаетесь. Он будет биться до конца. Он, правда, потеряет сейчас всех виспов. А эти могут уже начать, кстати, вот здесь вот вышки неплохо штамповать в укрытие. Не знаю, почему он их не делает. Может быть, леса нет. В чем я сильно сомневаюсь. Заказывается экстренно Демон Хантер в алтаре, а Хуман здесь устраивает полнейший произвол. Да, растерзал буквально ТХО своего соперника в самом начале игры. Но вот Демон Хантер только сейчас заказывается. Хантерс Холл невозмутимый эльф. Он вообще не теряет присутствие духа и бодро заказывает ХХ. Для того, чтобы хантрес сделать, понимаете? Вот это у человека вера в себя. А Хуман и не собирается вовсе его застраивать. Посмотрите, что делает. Нажал ТП. Сейчас отхилится. И как раз к свежевылупившемуся ДК. Ой, Димке придет новая гапша. Так что ли? Магазин достраивается. Можно двумя. Можно двумя, да. Это разрешено законом. Хил-хил. Продал все ненужное. И что? Хочет третий левел получить, потом идти застраивать. Потому что там Хантерс Холл вообще не по таймингу влепили. Тир 2, естественно, у эльфа еще нет. Он только сумасшедший будет нажимать тир 2, когда тебя застраивают. Так, что мы купили? Сапожки? Что? Ага, персоналка и просветка. И куда ты? А эльф пошел, типа такой, знаете... Ну ладно, все, угроза миновала, пойду покриплюсь. Арчей наштамповал... Демон Хантер бодро выходит. ТХО, посмотрите, еще ждет. Фу, какой он все-таки коварный. Как же он четко по таймингу сейчас придет. Вот еще подождал бы чуток, чтобы эльф начал крипинг. Тогда вообще было бы кошерно. Ну и так получилось неплохо. А я, мы в мейн тыкаем. Вот она стратегия. Виспы пройти не могут, только два чинят, он просто воткнул ему в мейн. Вот это ход! Вот это игровое мышление, вот это круто, конечно. Масс футмены. Тупой
банальный тык в мейн. Вообще есть такая стратегия, кстати, против эльфа. В 2 на 2 уж точно там какие-нибудь гранты футмены и тупо эльфу спиливаем главный дуб. И все. Это ГГ. Но даже против... Я помню, когда с Майкером шоу-матч играл, я пытался по этой стратегии сыграть первую игру. Ой, так кружить могут. Масс футмен, и только вместо Архимага был Маунтин Кинг, там он Варденко играл, и почти получилось. То есть там фишка в том, что в какой-то момент реально приходит пачка футменов, у эльфа там какой-нибудь грейд на тир 2, и окружаешь под щитами здание главное, и тупо его убиваешь. А сам еще и экспан там ставишь. В общем, есть такие штуки. Были когда-то. Помнится, руки-то помнят, да? Такие вот швиндели от Хумана. Вот. Ну и здесь, конечно, очень грамотно ТХО воспользовался. Он понял, что... Он понял, что он может это сделать. И сделал. Так, эльф в отчаянии приходит в контратаку. И Demon Hunter врубает им на Late Improved, конечно же, безусловно. Падает один, падает второй. Demon Hunter битый. И Fairy Tail понимает, что ему даже лечиться негде. Нажимает ГГ. Нет, я все-таки попытаюсь сейчас в прямом эфире. Ну, конечно, для вас не прямой, но для меня-то он прямой, как извилина генерала. Пытаюсь понять, почему принял такое решение ТХО. Ну, вот смотрите, он приходит грамотно. Убивает эльфу героя, но по сути и все. Да, эльфу убил героя, он получил экспириенса немножко. И благодаря тому, что эльф потратил деньги на его воскрешение, Хантерс Холл воткнул левый. То есть он немножко затормозил эльфа в развитии. То есть у него там... Но потом ушел. И вот смотрите, вот здесь походу сработала именно психологическая такая штука. Эльф подумал, окей, Хуман, несолоно хлебавший, убежал, да, он убил героя, но сейчас-то он не придет, и вот вместо того, чтобы строить... Эльф, конечно, мог почувствовать неладное, что слишком много там футменов было у Хумана. Эльф мог почувствовать неладное, например, поставить, перекопать грядки возле мейна и посадить туда, соответственно, забор из АОВов. И тогда, возможно, все было бы нормально. Но, конечно, он очень таймингово пришел. Это скорее было такое спонтанное тактическое решение от ТХО. И оно оказалось удачным. Такой кавалерийский наскок, отважный, увенчался успехом. Вообще, вот как в жизни, так и в Варкрафте, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Переходим к третьему фрагменту, к третьей миниатюре. И последняя, третья игра также происходит на черепашьих скалах. И надо отметить, что по-моему, ну, во-первых, судя по никнеймам, а во-вторых, судя по моей памяти, это какая-то игра ВЦГ. Ближний респаун, Sky против Happy. Что-то я такое припоминаю. Да, вижу в обсерверах ВЦГ 2009. И я вам скажу, это действительно будет эпик. Настоящий десерт нашего сегодняшнего обеда, ну или ужина. Кошка, отвали, дай посмотреть Warcraft. Вот Sky как раз делает то, чего не сделал, а мог бы осуществить ТХО. Он срывает, быстрая разведка, срывает мгновенно пизантов и отменяет Happy здание. У Happy там одна гуля, зря с ней Sky разменивается, кстати, попытка ее окружить. Ой, ой, это вот он время теряет, здание отменяй. Забегаем и отменяем все, что шевелится. Вы понимаете, какой уровень игроков и насколько хорошая у них была форма. Идеальная, я бы сказал. Они были разогреты, размяты в идеальном тонусе. Потому что это был реально, это был ВЦГ. Это была, по-моему, первая игра. Конечно, фаворитом тогда уже был наш величайший император всех времен и народов. Но Sky-то тоже, знаете, не лыком шит. Человек, как и Мун, живая легенда Варкрафта, человек с огромным опытом, человек с неимоверным скиллом. И если Хэппи император, то Sky, ну, какой-нибудь верховный жрец Варкрафта, или, может быть, не император, а какой-нибудь
король или герцог, герцог Варкрафта. На тот момент. Но до этого и Скай был тоже императором. Перерубили всех пизантов, но прибежали новые, и Скай, вот видите, там, к таверне, приближается красная точка. Там вышка, да, вышку пытаются околиты сбрить, жалко ее чинить некому. Гулька битая в хлам, сейчас не будет у Хэппи леса, потому что это была единственная, нет, вторая гуля тоже есть уже, нет, вру. И вот там вот берется герой, герой, который перевернет эту игру. Да, это старина Фаерлорд. Итак, у Хэппи кое-как, да, достроился Зиккурат. В общем, есть у него возможность заказывать гулей. Но тут, конечно, Хэппи совсем. Если у него до этого челюсть отвисала, то сейчас глаза совсем округлились, потому что, помимо всего, еще и Фаерлорд притопал. А эти твари очень, имеют свойство очень быстро размножаться. И их сейчас, в первую очередь, их надо убивать. Хэппи пытается грейдить, кажется. Нет, нет, не грейд. У него просто нет, по-моему, ресурсов, потому что там и околиты бегали, отбивались, и гули лес не добывают, тоже сражаются. То есть у него сейчас нет ресурсов на то, чтобы загрейдить Зиккурат в морозную вышку. А тут уже три элема, и застройка продолжается. Вот что делать? Тебя так огорошивают. Это домашняя заготовочка. Они продолжают стрелять, и надо бы как-то их отфокусить, но кем? Фаерлорд начинает держать дистанцию. Да, у Хэппи вообще нет леса, этих несчастных гулей, которые должны его добывать, расстреливают. Хэппи, естественно, последний ресурс, а именно Кайлы, пытается реализовать на спасение гулей. Их уже 6, вы понимаете, 6. И околиты все понимают, бегом на утек пускаются. У Хэппи нет леса на то, чтобы сделать грейд на... Не то, что там на тир 2, это вообще ничего заказать не может. С двумя-то деревянными в закромах. Ну, а у Скай в это время что-то, наверное, догрейдится. Экономика начинает работать. А у Хэппи вон околиты гуляют по карте. Ой, окружает Блиц, но это император. На микро он, конечно, может любого обыграть даже по самой блестящей задумке и стратегии. Минус Фаерлорд. Но 4 элема еще живы. Эх, вот, но они не стреляли долгое время. Я думаю, сейчас будут уже разваливаться. Да, вот они уже распадаются потихонечку. Атака была грандиозная, расчет был отличный, но Хэппи, Хэппи, он и в Африке, Хэппи, он вот каким-то, смотрите, здесь они продолжают плодиться и размножаться, и снова по несчастным околитам идет атака, 4 элема. Великолепно Скай контролит своих огненных элементалей и ничего не может сделать, они по-прежнему размножаются. Хэппи вгрызается в одного, получает левел 2 за счет убийства Фаерлорда. У него появляется какая-никакая аура, гульки бегают быстрее, и наконец огненные лемы распадаются. Казалось бы, при чем тут этот, как его, мимасик забыл. Казалось бы, при чем тут, кто, не помню. Вот как только игра закончится, по закону Мёрфи, я обязательно вспомню. А, конечно, казалось бы, при чем тут Лужков? Ну, я думаю, что поколение, которое смотрит сейчас меня, вряд ли вообще знает, кто такой Юрий Михайлович. Так, конечно, Скай за счет раннего вызова полицейских явно не улучшил и не помог развиться в своей экономике, но и только-только он достроил бараки, и только-только у него вообще началась золотая добыча. Вы помните, что, в общем, бизанты бегали сражаться, а у него здесь лишний на голде, кстати, крестьянин. Это не до контролечка, не до контрушечка. Но Скай деваться некуда. В макро Фаерлорд вообще не герой, потому что, ну, я имею в виду, до первого, хоть второй, хоть двадцатый после андеда, против андеда он вообще не котируется, не держит удар, поскольку всех алемов диспелят дестройеры, а сам Фаерлорд один из самых талых, один из самых хилых, тщедушных и дряхлых героев на карте, умирает буквально с легкого дуновения лича. Вот отличное окружение футмена от Хапача. Поэтому, конечно, Скаю нужно сейчас идти ва-банк, идти в all-in и отступать некуда, по сути. Но Хэппи, конечно, прекрасно. Прекрасно некрит, отводит битых, окружает всех, кого можно окружить. Интересно, у Императора уже запущен грейд на тир 2?
или нет. Ох, ну еще одно превосходное окружение огненного элементаля. И кажется, что Скай здесь уже не выстоит. Не выстоит, потому что свой шанс он упустил. Но футмены бегут. Попытки харасить, попытки размениваться. Тем временем уже почти третьего левела ДК. Акалитов уже как-никак, но защищает морозная вышка. И так просто их уже не убить. Гулик Хэппи наштамповал, наотводил. Они там подхилились и подсобрали леса. В общем, у Императора полный порядок. Но за одну эту дерзкую идею мы запишем игру в статус Gold. Я, конечно, помню совершенно безумные партии в нашей рубрике, когда люди в 2 на 2 калитами выигрывали в массе, но согласитесь, это был не ВЦГ, это была простая ладерная катка, а здесь ВЦГ. И такое смелое решение на ближних респах сорвать. Ох, двойное окружение, чуть не прошло едва. Это было бы, конечно, прискорбно для футменов. Принять такое рискованное, такое смелое, такое войска вступили в бой. Амбициозное решение. Это может, наверное, только Sky. Ну а Happy абсолютно ретроград. Он играет по одной стратегии, консервативненько. Но по этой стратегии он умеет отбиваться от всего. Кое-как жив, кстати, ДК. Он, наверное, уже там Грет на тир 3 запустил, я думаю. Так, в него идет атака. ДК забежал в бункер, огородился гулями и подконтраливает здесь. Ну а Sky застраивает. Последняя попытка. Это тупо застроить андеда третьего левела ДК. Но это давай удача называется, поскольку сейчас уже и скелетов много, и очень много гулей наплодил Хэппи. Плюс сейчас достроится грейд на главку, и она тоже начнет стрелять. Но Скаю скажем большое спасибо за то, что я помню, как я смотрел ту игру вживую на ВЦГ с комментариями Майкера. И у Майкера тоже там челюсть отвисала, и я был в полнейшем изумлении. Да и Хэппи, я думаю, был ошеломлен таким дерзким, напористым ходом от Скаев. Но, как говорится, против лома нет приема. И Скай пишет ГГ, желая Хэппи удачи в дальнейших матчах. Потому что это был, по-моему, то ли четвертьфинал, то ли полуфинал. По-моему, полуфинал. В общем, то были великие времена, то были великие битвы. Сейчас ВЦГ уже давным-давно исчез с лица земли. Но память о нем до сих пор жива в сердцах истинных любителей этой культовой игры. Всем огромное спасибо, друзья. Это были три коротких новелки в 35-м юбилейном выпуске Best Replays. И пускай они не были такими уж наркоманскими, но в них участвовали действительно очень сильные киберспортсмены. Они показали достойный уровень игры. В некоторых случаях показали нестандартные решения. А я напоминаю о том, что у нас существует группа ВКонтакте, куда можно, во-первых, вступать. Во-вторых, там есть зал славы, куда попадают абсолютно все, поддержавшие рубрику «Наши меценаты». Топ-5 самых щедрых и самых статусных меценатов мы показываем прямо сейчас на вашем экране. Кроме того, там уже вовсю идет обсуждение на тему самых крутых топовых цитат из рубрики. Вносите и вы свои. Я уверен, что у каждого есть какие-то свои любимые фразочки. Ну и под конец хочу еще раз задать вопрос, дорогие друзья, стоит ли в нашу группу Best Replays выложить мое старое, древнее, как сам мир, как я, вообще не знаю, даже может древнее, чем я сам, может я еще в возрасте эмбриона делал эту запись. Ну, в общем, это какое-то было супер древнее прохождение кампании в незапамятные времена, когда Good Game был еще серым. Могу выложить паком запись этого прохождения Рока и ТФТ. Если хотите, ставьте плюсы. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч и до новых крутых каток в рубрике Best Replays.